Друзья, на этот раз у нас обзор такого проекта, как Lightbit Atom. Lightbit Atom — это децентрализованная мультикриптовалютная биржа. Как мы сразу видим на первом экране, то что проект движется к софткапу, который составляет миллион долларов. На данный момент собрано уже более 800 тысяч. Я думаю, что этот проект соберет софткап необходимый инвестировать. То есть посмотрим, что у нас дальше есть. Тут у нас презентация, короткая версия есть и полная версия. Обязательно посмотрите, очень так все информативно, доступно. Дорожная карта, которая начинается с 2017 года. В 2017 году зародилась идея данного проекта. И вот они расписывают, что было на каждом этапе. И расписано до 2019 года. Вот, LB токен, но LB токен он будет выполнять роль, за счет которого там можно будет получать различные скидки там на бирже, преимущества. Вот. Детали, ну, детали ICO. Отметим, что на платформе эфириума будет. Так, продолжительность 3 месяца, непроданные токены будут сужены. И цена 100 LBA равняется 1 доллар. Структура, бонусы. В зависимости, когда вы заходите, можно получить бонусы. Так, это преимущество. Ну, вообще, какая основная идея данной биржи? Основная идея, это они ставят создание надежной децентрализованной биржи с высоким уровнем безопасности. Вот. То есть, они вот пишут, что децентрализация, защита, кросс-торговля, поддержка 24 часа 7 дней в неделю, быстрые транзакции, вот, контроль стопроцентный, медиа о данном проекте, ну, где данный проект упоминается, вот, и где можно о нем найти информацию, рейтинги. Кстати, отметить, что, например, на таком рейтинговом сайте, как ICO Bench, у данного проекта рейтинг достаточно высокий. Так, быстрый старт, интернет, использование где угодно. Ну, доступ из любой точки. Ответы на самые популярные вопросы. Команда проекта. Я подробнее не буду останавливаться на каждом члене команды, можно вот тут прочитать, вот, или даже поискать информацию в интернете. Но как мы можем видеть, что, вот, например, вот у почти у каждого вот уже более 10 опыта в различных проектах. Вот over 10 years of experience in market promotion, in business process engineering. То есть уже команда опытная, с большим опытом, вот, что так бы тоже дает нам уверенности в данном проекте, скажем так, вот советники, так, вот вы вот опыт даже больше 15 лет у некоторых советников, вот более 15 лет, ну что достаточно хорошо, что люди с опытом, вот, а не какой-то там, ну, грубо говоря, стартап там, где без опыта, без всего. Что можно сказать о данном проекте, то что идея проекта неплохая, вот команда сильная, с опытом, команда с опытом, вот, инвестировать нет, тут решать вам, а все ссылки на проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.